Ну и так, трёп в машине, наверное, запилю что-нибудь, хочу запилить, не могу, простое видео без монтажа. Недавно выложил ролик про 350 квадратов, прям вообще прошло там 3-4 дня, не знаю сколько. Я вчера, то есть я смотрю, у меня телефон, то есть мне приходят, получается, комментарии, они приходят в виде писем, прям на телефон. Ну и когда их там прям, ну, прям, я смотрю, вибрирует. Вот третий день подряд он вибрирует телефоном, не переставая. Я, короче, ну, читать не могу, потому что, ну, реально, там, 20-40 сообщений, в которых там вот так написано в каждом, то есть, ну, это дофига. Вчера вечером я, короче, зашел посмотреть на статистику, но мне некогда, я замотался по объектам сильно, то есть, так, периодически, может быть, что-то там подсчитывал, ну, малое количество. В основном я эту папку, ну, тупо удаляю с комментариями, а потом, может, когда-нибудь там на выходных сижу и просто, ну, иногда читаю. Вот. Интересно же, что люди пишут, как бы, вот. И тут у меня такого еще ни разу не было. Я не знаю, как эти алгоритмы YouTube работают все, но смысл в том, что вот у меня там сколько там, 30 с копейками, там, я не знаю, 37, по-моему, тысяч подписчиков, вот, или 38, 37, по-моему, да, 37 тысяч. И я, короче, смотрю на статистику ролика, и мне просто плохо, реально плохо. Всем спасибо, кто поставил лайк, это просто, я не знаю. Короче, смысл в том, то, что у меня 90 тысяч просмотров за 3 дня, 90 тысяч, при том, что у меня там грубо 40 тысяч подписчиков, даже нету, там 30-37, по-моему, вот. 90 тысяч просмотров, при этом, при всем, там 3000 лайков, там на 100 дизлайков, что-то, ну просто крутейшая статистика. Прям всем спасибо, я не знаю, говорю, как работает этот алгоритм, видимо, YouTube сам стал предлагать кому-то это, я никому ничего не платил, никаких там накруток, ничего такого, я вообще не знаю, как это все делается, то есть у меня настоящие подписчики, скажем так, да, там есть люди, которые там, я видел сервисы, которые крутят как-то там, ну, как видел, опять же, слышал не магии в рекламе, там, вот там, накрутить лайки, там, ну, не знаю, бред какой-то, короче, вот. Мы не за этим как бы это делаем, эти ролики. Ну, в общем, прям круто, прям аж хочется еще что-нибудь снять, такая, как это сказать, мощная. А, и 400 комментариев, дуть, или 450, что-то такое там. Куда нафиг 400 комментариев? Это как прочитать там, даже если, грубо говоря, там, ну, кто-то на транзитике на маленьком едет, лестница у него торчит, вообще огонь, сейчас покажу. Наверное, попробую показать. Достать багажник на крышу именно на Transit Connect, на маленький, ну такой, знаете, багажник, как бы, типа, ну, длинный большой багажник на крышу, железный, ну, за адекватные деньги какие-то там, я не знаю, сколько вообще, где его купить. Я просто видел пару транзитов с такими багажниками, именно транзитовскими, ну, круто, реально. Вот я очень буду признателен, если мне кто-нибудь напишет или ВКонтакте, или в, просто желательно ВКонтакт, потому что ВКонтакте я еще хоть как-то что-то там прочитываю. Ну, вот, в принципе, на лайв-канале подписчиков мало, комментариев не особо много, я их читаю. Вот, так что буду признателен, если кто-нибудь мне расскажет, где мне взять багажник на транзит.